AS Game Pro представляет нашу вселенную. Галактика приветствует тебя. Меня зовут Адам, и это прохождение Dark Souls Remastered. Да, на прошлом видео у нас вот был жесткий демон, который нам так просто не дался, но мы будем с ним бороться в этом видео, как я обещал. Но сначала мы пойдем дальше. Соответственно, нам нужно найти кузнеца. Он где-то здесь. А, я только не помню где. Но мы его найдем сейчас. Да, нам вроде сюда. Или нет? Или наверх? Или наверх? Или наверх? Что-то я не помню. Сейчас будем вспоминать. Быстренько убиваем вот этих вот. Давай-давай. Вот так. Вот так, вот так. Увернулся. А мы нет. А мы нет. Бывает же. Все. Далее, далее, далее. Имеет смысл нам здесь наверх идти? Вроде да, нам сюда и нужно. Даже если мы идем дальше, то все равно вроде нужно. Вот так, вот так. Бэкстоп. И что захотел? А, я только не посмотрел, сколько у нас там по прочности меч. Мы, может, об демона его сломали? Вполне могли сломать об демона. Он довольно такой прочный. Так что да. Могли и сломать. Лучше сразу, наверное, посмотреть. А, не, нормально. Нормально, пока так не сильно. Значит, демон здесь, души здесь. Значит, забегаем, забираем души. По-быстрому так, хоп. Вот так. И все, да. И все. Забрали души. Что это такое? Ты что, озверел, что ли? Третий раз нас убил. Причем мы сейчас с ним не собирались драться. Он просто взял нас и покарал. А, не сюда. Просто взял и покарал бесщадно. Что за звери здесь у них? Ага. Сейчас придется еще раз к нему идти. Эти рыцари мешаются здесь. Что вы нам мешаетесь? Вот тебя. Сейчас успели, надо же. Нас и все. Бэкстоп вот когда хочет, тогда и работает. А? Бэкстоп заработал сегодня? Бэкстоп заработал. Странно. Нет, таргет не надо переставлять. Оп. Ну надо же. Ну надо же. А что, так можно было, да? Почему на прошлом не работал? Точно так же нажимал. Пытался и так его обойти, и сяк. Странно. Может, у него точка чуть-чуть здесь. А, у нас зато души здесь. Ну, ты задолбал, честно говоря. Мы продвинулись еще длиннее. Мы продвинулись еще дальше. Мы не стоим на месте, нет-нет. Что с этим демоном? Он знает, что мы хотим только забрать души или что? Он нас не увидит, по идее. Мы в коридоре же уже. Мы уже в коридоре. Все, выбрались. Между прочим, почти 17 тысяч душ. Нам вот сюда. Где-то здесь должен быть уже кузнец. Где-то здесь. А? Это у нас что? Ничего. Нам нужно, значит. А, это путь.
Это путь к боссу вроде. Нам вот туда нужно. Так, там рыцарь. Там большие дяди. На вот механизм вон он внизу. Это открыть ворота. Вот нам нужно открыть ворота. Соответственно. Угу. Не идут, хорошо. Значит, пока идем сюда. Да, вот он туман, и там босс. И там босс. Оттуда мы пришли. Так. Что нам здесь предлагают, собственно говоря, сделать? Это проход к кузнецу, правильно? И это проход, подожди. Тогда сюда, наверное, сходим. Тут души мы забрали, поэтому почему бы нет здесь? Да, это мы за калитку вот это идем. Это как раз мы за калитку вот и должны попасть. Если не упадем здесь, где не надо. А вот лук надо взять. Лук надо взять. О, хорошо. Большой лук драконоборца и стрела драконоборца. Да, выход здесь есть, только вот нас там ждут. Предлагаю хильнуться. Ну так, чисто для этого. Для себя, скажем так. Потому что мы сейчас урон-то получим. Мы можем спрыгнуть на него прям. Цель не наводится. Вот так. Ну как-то так, хорошо. Убить. Ну, как-то получилось хорошо. Не идешь, тогда хильнемся. Тогда хильнемся и вот так. Ну, иди сюда. Ага. А что мы стояли? Собственно? Угу. Прыгивает. На тебе. Во, зажимаем вот так вот все. И добиваем его. Чтоб не отпрыгивал. Теперь можно. Вот он, кузнец. А, того сразу сейчас добьем. Последнего. Прохода нету. Вот, один он тут. Ага, конечно, один. Сирота он, да. Ну как ты? Иди сюда, стрелок ты. Давай, давай. Да, через все текстуры, хорошо. Хорошо. Да. Сейчас ты выпендриваешься. Секундочку. Что у нас опять за какая-то задержка? Это мы промазали. Это мы почему-то промазали. Почему? Спросите у игры. Собственно говоря. Еще хильнемся. Ну, хотя бы так, разок. А где здесь костер? Только тут? Идти на босса мы уже опять потратили что-то. И хилок всего. Они что, издеваются? Я не проверил здесь. А вдруг здесь? Нет? Или мы его скинем? Мы его скинем? Конечно. Мы его скинем, но не сейчас, явно. Не сейчас. Отравили зато. А тебе? Отпрыгивай теперь.
Как я и обещал, мы его скинули. Пришло его время, и он полетел. Ха. Все? Здесь. И здесь, да? Вообще ничего не ложит нам. Может, стена? Тоже нет. Ладно, тогда кузнецу. А чтобы нам вот проточить из оружия? Чтобы нам проточить... О, откроем сразу. Пока не забыли. Калиточку. Вот. Нет, ты нам не нужен. Отдыхай сегодня. Так. Кузнец. Кто ты? Ковать тебе оружие? Говорить нехорошо. Ковать очень хорошо. Я тебе помогу. Говорить нехорошо. Ну да. Никого нет дома. Все ушли. Ты, друг. Ты говоришь. Я не говорю. Но рад. Ты говоришь, моя не говорить. Моя твоя понимать, но не говорить. Я понял. Так. Починить. Починить сразу. Можно починить. Да. Пока у нас не накопилось... Слишком что там много. Так, это... Да, вот это тоже починим. Доспехи чиним. Вот так. Нет. Ты другой доспех, что обманываешь? Все? Теперь можно что-нибудь усилить. Усилить. А что именно? Что именно? Вот, асторский меч. Асторский меч, значит, у нас идет. Немножечко. Немножечко чайная ложечка. Угу. Ну, мы его можем... А, у него мерцающий титанит точится. Ого. Ресурс-то такой довольно редкий. Нам бы что-нибудь попроще, вот типа вот такого, что-нибудь приточить. Ха. Меч дракона. Нет, думаю, можем его проточить? Поскольку у него? По 20 идет? Да. Осколок титанита, кстати говоря. Ну вот, большой меч. Большой меч мы можем подточить. Угу. Осколок тонит. Но пока, мне кажется, он будет все равно слабее. Одной штуки нам не хватает осколка. Вот это так, чтобы у нас что-то было, по крайней мере. Да, с проточкой пока не очень. А нам больше нечего брать-то. Нам больше нечего брать. Луки, это все не то. Это все не то. А из мечей у нас... Можно, конечно, сбегать за этим. За Цвайхандером. На кладбище. Но он тоже тяжелый. Точится он вроде как простым. Простым. Но мы-то их уже потратили. Либо асторский. Точится он по 8, да? Немножечко так вот. По чуть-чуть идет. Не знаю просто, насколько он будет хорош, этот асторский меч. Не играл. С другой стороны, драконья чешуя, что нам экономить, зачем? Какой-то там топовый меч найдем. Надо подточить все-таки. А, разок. Душ не хватает. По 10 тысяч душ за проточку. Неплохо, неплохо. Нужно тогда сейчас приходи еще.
Души у нас вроде есть. Сейчас мы их тогда используем, потому что нам нужно проточить оружие. Как мы видели на демоне, у нас просто не хватает урона. А... У нас две души героя. Используем одну. Я думаю, десятку даст. Десятку. Да, десятку дает. Это еще один уровень. Хватит ли у нас на еще один уровень? Вот, меч дракона, бам. Да, нам хватает как раз на еще один уровень. Хорошо. Используем последнюю нашу душу. Геройскую. Геройская душа, вот она. Все. Дотачиваем наш меч. Сил у тебя хватит. Это хорошо, что у тебя хватит сил. Нам это очень хорошо. Вот так делаем. Все, на плюс 3. Если были души, можем еще даже на плюс 4 его точнуть. А нам не хватает 4000. 4000. Это, в принципе, это ерунда. Сколько эти нам дадут? Вот эти вот. Две душонки. 400. Да. Я-то думал, они нам что-то дадут. А, они 400. Сходим вперед. Там все равно есть рыцари. Там вот эти вот. Как раз их сейчас побьем. И, может, заработаем. 4, да, нам нужно. Вот он, рыцарь стоит. Ну, иди сюда. И внизу еще. Двое больших, да? А там? Уже стреляет. Угу. Ну, убьет-то побольше. Что? Все? И все, вот так вот. Я не заметил, сколько мы били. Не отмечал урон. Но по демону, по-моему, мы били по 30. Что-то такое. 19, я помню, с луком мы стреляли. Отравленными стрелами. И вот это вот. Ну-ка, отправим. Хорошо. Так вот этого травить. А мы так дотянемся? Да, наверное, нет. Он же так не попадет, да? Ну, естественно. И что захотел, да? И что захотел, говорит. Ать-ать-ать. Угу. Пошли, ребята. Что ты можешь-то? Можешь-то чего? Подожди, да мне тебя. Отравить-то тебе надо, а ты что бегаешь-то? Мы не попали по нему, да? Мы по нему не попали, то есть. И не попали еще раз. О, это игра. О, это потрясающая игра. Одного отравили, второго никак попасть не можем. Потому что я косой, да? Не могу попасть. Ой, ниже не делает. Есть. Еще. И еще разочек. Наконец-таки отравили. Браво. Снайпер просто. В отставке. Ну, пенсионер, что сказать.
Так. Ну, можем ждать, в принципе, пока их убьет. Вы чувствуете, как дрожит черное око? Да, нам же здесь еще отомстить нужно. Отомстим, конечно же. Это квест у нас с хранительницей огня, которую убили в храме огня. Что если мы побьем тебя, а? Ух ты! Ты что творишь-то? Что вы вытворяете? Да, не нужно было, наверное, к ним идти, они начинают хилиться. Да. Они мощные. Они мощные. А мы нет. А мы всего лишь смертные. Так. Мы хоть что-нибудь им наносим? Интересно. Угу. Не, с двоими драться как-то не хочется. Нам надо хильнуться. Уже потратили все хилки. 4 эстуса осталось. Да, видимо, с боссом нам не судьба пока подраться. Нам бы ворота открыть. А ворота открыть нельзя, пока мы не расправимся с вот этими ребятами. Категорически, потому что там еще двое стоят. Там еще двое, и они нам будут мешать. Да, нам нельзя к ним подходить, если мы к ним подойдем, они отхилятся. Так что придется ждать. Как мы будем драться с этими двумя, я, кстати говоря, не знаю. Я имею в виду с боссом. 4 эстуса нам бы возжигание сделать. Нам бы сделать возжигание. Так, один есть. Один есть. По 3000. Так мы сейчас меч улучшим. Мы сейчас как раз улучшим меч. Отличные новости. Что нам за кольцо взять тогда? Надхил. Поиск предметов. Защиту. Может быть так, я не знаю даже. Что нам взять за кольцо против боссов? Второй есть. Второй есть теперь. По 3000 за них дают. Неплохо, неплохо. Но учитывая, что на них тратишь эстус или стрелы вот так вот, то, в принципе, нормально. Значит, открываем ворота в первую очередь, чтобы, если что, уже могли забежать отсюда. А это уже костер вон тот получается. То есть уже можно будет не через серебряных рыцарей идти, а либо с первого костра напрямик бежать сюда. Просто лифт поставил, как удобно, чтобы бежать было, и все. И ничего не нужно ни приставлять, ничего делать. Да, а там же как раз и возжигание есть, 10 эстусов. Так что я туда сбегаю, сейчас нас убьют. Даже не надейтесь, не сегодня. Не сегодня. Так что, да, бегаем, восстановим эстус. И идем на босса. Ай-яй-яй, надо было сначала на демона сходить. Надо было на демона сходить. Вернемся к демону. Я это вырежу. Вернемся к демону. Да, и проточим меч. Демону вот это вот все сейчас сделаем, да и все. Сейчас точно убьют. Оп. Нет, все в порядке.
Нам здесь все равно надо будет, видимо, несколько раз пробегать, так что надо учиться. Надо учиться. Только здесь еще будут вот эти двое, которых мы убили, мешаться. Серебряный рыцарь сверху еще с лука стрелять. Ну, это я имею в виду к боссу, когда будем бегать. Я не думаю, что с первого раза его пройду. Даже не надеюсь на самом деле. Ну, это реально, это реально. Ну, я давно с ними не дрался, поэтому да. Поэтому даже и не знаю. Так. Кузнец-великан, выручай. Угу. Все, нам хватает. Давай, давай. Усилить. Вот так. Все. Усилили на плюс 4. Это уже максималку пока что можем. Еще 4 драконьих чешуи собрать и сможем уже на плюс 5. А такое оружие на плюс 5 или на плюс 10? Я не помню, насколько оно точится. Так, а отсюда как? Отсюда нам, в принципе, не надо. Зачем? Бежим теперь к демону. Сейчас мы ему быстро наваляем. Отомстим за все наши страдания. А потом уже будем менять костер и к боссу тогда. Таков план. Таков план. А чтобы просто лишних вот этих движений не делать. А как нам быстрее пройти? Наверное, все-таки так. Наверное, все-таки так быстрее будет. Бам-бам-бам-бам. Это пониже. Заодно посмотрим, как у нас. А где? А, вот он. Заодно посмотрим, как у нас это колечко держит. Держит ли оно вообще хоть что-нибудь? Ну что, демон? Готов к смерти-то? Мы пришли. По 61. То есть в два раза быстрее будем его бить. Больно. Не вижу. Ну, можно было, конечно, отойти подхилиться. Но это бы кто-то другой бы сделал. А вот мы. А вот мы. Ага. Мы это тоже сделаем. А, у нас нет уж подхилки, ладно. Тогда Эстусом. Тогда Эстусом. Будем аккуратничать. А что нам еще остается? Он хитрит вот этими прыжками. Он хитрит прыжками. Хорошо, назад отпрыгнул. Ай-яй-яй, достал. Обычно вот не достает. Тут достал. Угу. Третий удар не стал. Раз. Вот сейчас не попал. Отойдем. И хильнемся. Хоть быстрее идет, но что-то пока... Драться я разучился с ними. Прыжок. Все равно попал. Все равно попал. Слишком, как я уже ранее говорил, тесно здесь. Слишком тесно. Если он прыгает, он попадает по нам в любом случае. Вот. Вот. Он сейчас нас ударил. Он сейчас нас ударил вообще... Каким местом? Я же и смотрю, что же здесь что-то не так. Читерит.
Просто урон нанесся просто так сейчас. Аккуратно. Я боюсь теперь вот этого прыжка его. Потому что от него здесь не увернешься. Не, это нереально. Это нереально, когда он так делает. Не, видимо, не убьем сейчас его. Не получается. Он делает этот прыжок, когда мы не можем от него отпрыгнуть. То есть нужно только назад. Единственный вариант. Или вот так у двери быть, не знаю. Сейчас стрелять будет. И у двери. Где там дверь? Вот так вот. Прыгай, прыгай. Все, напрыгался. Вот так вот, все. Обещание исполнено. Отомстили с первого раза. Ну как с первого раза? Я имею в виду с первого раза, когда мы с ним именно дрались, чтобы убить. То мы просто забирали души, и он над нами издевался. Демонический титанит. Если бы драконья чешуя это была, то нам все равно нужно 4. 4. Так, к костру не пойдем. Значит, теперь задача... Остался босс. Остался босс, к которому мы еще не ходили. Но сначала нужно тогда сменить костер, чтобы уже по-серьезному вот это вот дурака не валять. Ой, я к боссу пошел. Чтобы дурака не валять, уже по-серьезному заняться боссом, да. С расчетом на то, что мы его где-то со второго, там, с третьего раза убьем. Все равно пару раз сюда бежать придется, мне кажется. Душ на левел нам не хватает. Прокачаться не получится. Ничего больше сделать мы не можем. Все, 10 эстусов у нас есть. Возвращаемся назад. А рыцарь здесь. Да, который лучник, лучник. Пробуем его оббежать с этой стороны, чтобы он у нас не стрелял, или как? Или наоборот, надо было с той стороны. Я стараюсь как-то близко. Ай, не успел. Что ж ты такой быстрый? Что ж ты такие быстрые, да? Можно не мешать? Можно не мешать нам? У нас важное дело, ну серьезно. Твою за ногу, ты что творишь? На, может попробовать с той стороны? А, не добежали до босса? Не добежали до босса. Попробуем вот так, ага. Все, со второго раза добежали кое-как. А тут босс. Эйнштейн, да? И Смоук. Да. Здесь нам нужно бить кого-нибудь. Давай, давай. Не успели даже ударить. Уже прибежали. Колонны ломают. Колонны. Вернулись каким-то чудом. Нам нужен тот, наверное, быстрый. За колонной спрячемся. Это что было? Опять таргет переставляется сам по себе. Вернемся. Достал нас. Ну, фантастика, фантастик. Пока что все очень плохо. Можно представить, насколько плохо все могло быть. Так вот, еще хуже.
Прыгивай. Пока все очень плохо, да. По крайней мере, удар я наконец сделал. Хотя бы один удар, да. Естественно, мы ничего не успеваем. Мы медленные, как вообще не знаю кто. Не-не, нас просто здесь издеваются над нами. Абсолютно бесполезно. Нам проще снять все это доспехи и все. Мы очень медленные. Мы слишком медленные для этого всего. Так это не проходится. Я предлагаю сменить пока щит. Может даже сменить бронь. А на какую? На странника, наверное. Вернемся пока на странника. Как мы будем бегать? Прыгать? Нам не хватает скорости. Эти все защиты, вот это все, это такая все ерунда здесь. Это все такая ерунда. Можно вообще просто взять и раздеться. Немного мы потеряем. Один эстус потеряли, но давай. Попробуем второй раз. Души где-то здесь. Летает. А, выносливости нету. Что ты будешь делать? Нам надо чуть-чуть отойти. А камера? Камера мешается очень сильно. Тельнуться. Нас сейчас камера чуть опять не подставила, просто под удар. В наглую причем. Они пока не расстаются. Аккуратно. Держать нужно как-то вот так их. Колонны здесь нас должны помогать. Хоть немножечко. Убегает. А. Какие-то чудеса. Спасибо, камера. Спасибо большое за представление в очередной раз цели. Это очень полезно. Спасибо разработчикам, конечно, что заботятся о нас. Заботятся, просто фантастика. Мы можем увернуться? Нет, не можем. Я его не видел. Пока камера вот это вот бесится, это бесполезно. Где эта хрень, которая настройки, не знаю, управление? Не управление, настройки. Автозахват цели. Умная камера. Автозахват цели. Выключить. Вот все выключаю. И сейчас смотрю, если опять эта хрень сработает, я не знаю, что я. Я не обещаю, что я не буду материться. То ли я привык к Elden Ring уже, тем таймингам вот этим. То первый Dark Souls кажется таким медленным. Так хорош! Издеваются просто. Они успели добежать вдвоем и били нас через стенку. Ладно. Нам нужна какая-нибудь колонна. Иди сюда. Души, как я говорил, собирать не буду. Пускай лучше мы их потеряем, ничего страшного. А как ты нас ударил-то, господи? А вон души, ну да ладно. Как бы нам их бить, чтобы они нас не били? Хороший план, да? Идея хороша, а реализация?
Где второй? Не вижу. Камера все равно переставляется. Ей все равно на настройки. Ей вообще все равно на настройки, которые ставишь, не ставишь. Там умная камера, тупая камера. Успели. Успели, но все равно получили. Но все равно получили. Это я сейчас переставлял. Просто смотрел, как оно. Где второй? Вот очень плохо, когда их не видно. Они пытаются... Ух ты, повезло. Они пытаются с двух сторон обойти, и это тяжело. Опасно. Лучше назад. Они с двух сторон опять. Как бы нам... Может, души забрать? Просто мимо пробегали, почему бы нет? Хильнуться. Только не обходите с двух сторон, а? С одной стороны, пожалуйста. Это не сложный босс, это просто камера. Ух ты! Как это было сейчас? Это было сейчас довольно глупо, между прочим. Как... Здесь колонна... Но даже так он нас достал. Аккуратно, аккуратно. Да что ты не переставляешься, камера? Кошмар. Как вот можно играть, я не знаю. Просто запарило уже переставляться этот таргет. А обходят с двух сторон. Не сюда, только не сюда. Отходим. Вот сюда. Хотя бы вот так. Только не теряем смога. Главное не терять смога из виду. Есть, один есть. Ух, повезло! Как рядышком это было! Фу, как это рядышком было! Я думал, сейчас он нас молотком просто расплющит. Смог. Остался один. Где он, где он, где он? Остался один, но он сильный. Он нас может с одного удара убить, если мы попадемся. Надо очень аккуратненько. Было бы на что стреляющее. Ну, по молотку бить бессмысленно, естественно. Главное уворачиваться от его атаки. Которая в прыжок и которая он на тебя бежит. Второй. Удар. Вот. Нет, не этот прыжок, другой. Когда он задницей на тебя напрыгивает. Довольно-таки. Второй. Нет, не стал делать второй удар. Тут можно отпрыгнуть вот так. Ага. Мы не попали? Ай, длины меча не хватает нам для этих всех. Ой-ой-ой. А вот у него хватает. А вот у него-то хватает. Вот он этот. Вот, главное, это вот это вот уворачиваться. Очень неприятная штука. Нам бы что-то стреляющее, чтобы его как-то... Аккуратно.
Я ничего не могу сделать. Как он нас достал через колонну? Читер. Читер, читер. Ну что? Соскучились? Подлюга такая, вот тебе. А душа брать будем, нет? Стоит, смотрит, блядь. Да, конечно, конечно. Бей меня. Изи. Просто изи. Пособие по уклонению. Часть первая. Пильнуться надо. Сейчас молотком получим. Вот говнюки. Упрыгиваешь в эту сторону, получаешь молотком в эту сторону. Изи, изи, изи. Классная игра. Очень интересная, главное, честная. Потрясающе. Надо отходить, потому что опять зажали. Зажимают бессмысленно. Встанем вот сюда. Прыгай. Опять не достали. Естественно, естественно. Все плохо, плохо, плохо. Не успеем, да? Как-то успели. Хорошо. Таргет. Когда-нибудь мы дотянемся, конечно. Когда-нибудь это произойдет. Таргет. Проще отойти, когда не получается. Вот он бежит. Аж с того угла добежал спокойненько. Я не вижу опять смога. Так. Как-то пока так действуем, не знаю. Тактика вокруг колонны пока. Понятно, понятно. Тактика вокруг колонны работает иногда, иногда нет. А что ты? Опасно все это, опасно выглядит. Все это опасно выглядит. Не получается. Хотя бы один удар, и то хорошо. Ай. Не застревают они, а мы застреваем. Вернемся. Выбора нету. Пока что нет выбора. Снова зажимают. Естественно, конечно. Опять эта дурацкая атака. И все, да? Пока живы. Были. Покажи, вы были. Ну, естественно, ты же в бок не можешь прыгнуть. Я тебе вправо нажал. Я вправо нажал, кувырок. Мудила ты.
Ай! Я нажал вправо кувырок, а он просто два раза назад прыгнул. Логично, логично. Плохо дело, плохо дело. Хилимся. Кое-как. Кое-как, но у нас один Эстус. У нас один Эстус. Идем в наглую. Просто в наглую. Не будем прятаться ни за какими колоннами. Это опасная атака. Получилось место такое, что здесь колонна такая. Аккуратно. Попали под удар. Вроде как увернулись. Вот и все. Ну вот и все. Вот и все. Он не спамил сейчас этой атакой, и все. Легко и просто, господи ты. Что мозги нам делали? Непонятно. Непонятно. Я бы давно бы прошел, если бы не вот этот вот его атака бесконечная с разбега. Не знаю, мне ее сложно уворачивать. Не знаю даже как. Уворачиваться от нее мне сложно. А, хильнемся, хильнемся вот так вот. Я немного недоволен, да, недоволен, раздражен. С какого мы там? С какого-то раза прошли? Я даже не помню, четвертый, не четвертый. Могли бы быстрее убить. Могли бы убить быстрее. Но если бы они не в наглую так не спамили... Не обходили. Ладно. Будет на совести игры. Но мы сделали это. Мы это сделали. Значит, теперь посмотрим, что здесь. И будем, наверное, заканчивать эту серию. Получилось довольно длинный. Наверное. Ну, я так думаю. При монтаже посмотрим. Вот Гвиневер. Гвиневер. Избранный мертвец. Тебе пришлось проделать тернистый путь. Подойди ближе, дитя. Я уже здесь. Ну, она, конечно, красивая, все дела. Да. Но только это не настоящая Гвиневер, конечно же. Что очень жаль. Поэтому я ранее сказал, что ее в игре нету вообще. То есть грустно довольно-таки это. Хотелось бы с ними вот так вот пообщаться по-нормальному. Как с NPC, может какие-то задания, квесты. Было бы интереснее. О, избранный мертвец. Я Гвиневер. Дочь повелителя Гвина и принцесса Света. Со дня, когда отец ушел в тень, я ожидала тебя. Я дарую тебе эту великую чашу. Великая чаша. Используя силу великой чаши, вы можете перемещаться между кострами. Я аж от удовольствия запнулся аж просто. Телепорты.
Как долго мы этого ждали, телепорты в первой части. Послушай же меня, продолжи дело повелителя Гвина и принеси огонь в наш мир. Положи конец вечным сумеркам и останови жертвы среди мертвецов. Огонь им принести, что? Не топят? Не топят, да? Печальная история. О, избранный мертвец, твой путь был не близок. Вступить в орден. А это какой орден, кстати говоря? Со дня, когда отец ушел в тень, я ожидал тебя. Это мы уже читали. Да, это мы уже читали. Без огня мир погрузится в холодную и страшную тьму. Что-то читали, вот, например, пару фраз, вот, например, не читали. Прошу тебя, возложи на себя бремя отца и защити огонь нашего мира. Положи конец вечным сумеркам и останови жертвы среди мертвецов. Вот это читали. Королевский искатель Фрамт, изначальный змей, направит тебя. Но вот это уже точно читали. Фрамт. Ну, там в храме огня тот. Вступить в орден. Вступать, не вступать, даже не знаю. Разницы, наверное, нету. Вступай же, избранный мертвец. Да придет с тобой свет. Нормально. Ну вот и все. На этом мы заканчиваем серию. Всем спасибо. Подписывайся, лайкай, не забывай про колокольчик. И помни, данное видео сделано с душой.